Я живу в своем поселке более 40 лет. Из достижения совершеннолетия с 18 лет участвую в выборах в качестве избирателя. Несколько лет назад трудовой коллектив выдвинул мою кандидатуру в качестве члена избирательной комиссии. От каждого человека, от его участия в выборах зависит судьба страны, области, населенного пункта, а от деятельности избирательной комиссии зависит правильность, законность, грамотность проведения таких выборов. Я не думаю, что Увадский район будет чем-то отличаться от других районов нашей области. Выборы будут организованы в соответствии с законодательством. На участке будут вести свою наблюдательную деятельность наблюдатели от общественной палаты, от политических партий. Кроме того, будет вестись видеонаблюдение, видеозапись. Например, на нашем участке будет установлено 2 видеокамеры. И то есть весь процесс выборов будет под неусыпным контролем. В условиях настоящей эпидемиологической обстановки безопасность наблюдателей на избирательном участке будет полностью соблюдена. То есть обязательно будут применены все средства индивидуальной защиты, как для членов комиссии, так и для избирателей. Это маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Кроме того, будут предусмотрены отдельные входы и выходы для избирателей, чтобы не происходило у нас скопление людей в каком-то определенном месте. Кроме того, все члены комиссии прошли вакцинацию от коронавируса. Выборы в сентябре 2021 года будут проходить в течение 3 дней, 17, 18, 19 сентября, что позволит каждому избирателю выбрать для себя удобное время посещения избирательного участка и что позволит опять-таки не создавать скопления людей на избирательном участке, что очень важно в условиях эпидемиологической ситуации.